Вы, блядь, вот эти говнокарты ебаные, блядь, не понимаю. Не понимаю. Что тебе джов на 14700? У меня тот же вопрос на самом деле, блядь. Либо потому что YouTube отдыхает, либо потому что подписчики отправились, так сказать, на шашлыки, блядь. Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Сейчас все в линии фронта, пока ты будешь против десяток. Нет, так мне интересно, какого хуя на фьорд с тремя артами. Я вот этого понять не могу. Я хуй знает, может сразу под... Бля, давайте сыграем как дауны, блядь. Ну, типа, я всегда играю как даун, а давайте сыграем как максимальные дауны. Поехали сразу от башни, блядь, встанем и все. Ну, типа, нахуя я буду стоять, а буду пытаться, блядь. Если что, сразу от сосуда и все. О, блядь, заебись. Че охуенно. Ну, вообще, я должен был ходить его. О, вообще заебись, да, пацаны? По кайфу играть. Тупо по кайфу, блядь. Ну, блядь, благо команда, знаете, поддержала. Поддержала. Блядь, я на холмик заехал. Ой, просто это что делаю, блядь, ебанулся. Не, я ебал, под калибр это, блядь, что конь сделал, он просто не добился. Под калибр это самый ебанутый снаряд на планете, блядь. Под калибрный снаряд это не снаряд, это говно, блядь. У нас конь утопился в лобы, блядь. Бля, короче, мы обосрались. Мы обосрались, нахуй. А как хорошо стрим начинался, блядь, по 6 тысяч урона, блядь. Ебать, он меня совсем чуть-чуть ебал. Блять, он меня всего поломал. Бля, пацаны, меня поломали. Не, под калибр это кусок говна просто сраного. Нормализация дерьмо, блядь, я ничего сделать не могу. Ну, пиздец. Пизда. Не, если бы конь не утопился, может быть, мы еще что-нибудь и сделали. Я не понял, нахуя он плавать бы пошел. Ну ладно, зато быстро отсосал, и я могу теперь ехать на своем любимом танке. Как же под калибре на Е4? Да там пробитие конкретное, а не 320. Так, там как-то шутарцию почитаем. Братья по оружию. Есть. Экипажа, опыт, резерв, блядь. Нет, стрим по кораблю. Пусть по блазам просто. Если на момент окончания аукциона ты не в клане, то там все равно выдадут. Да. Из клана можно было выходить числа 5 уже. Там же они статистику собрали. Вот. Какое место 4 поставил бы в рейтинге? Ну не поставил бы, а поставлю. Я сделаю бы не пугает, когда гайды по СТ выйдут. Не знаю, но высоко он будет стоять, значит. Блять, на тайпе без арты хуйнуло, ну пиздец. New target acquired. That the 5 Charlie 5 in the outskirts. I think it's an awesome APCs and something else. That's fast here. Target acquired.
Я правильно понял, что в линии фронта 10 этапов, значит, если в каждом по 30 левела брать, то можно взять 2 танка, получается 10 очков. 10 получается, да? Ты сейчас в клиенте? Вот если ты сейчас в клиенте, зайди и посмотри награды за этапы. Там сначала дают 1 очко доблести, потом сразу 2. Потом еще 2, потом еще 2. На последнем 10 этапе сразу 6 дают. Так что вот так, братан. Там в сумме получается очков на 2 танка. Вот так. И взять в сентябре 9-ку уже можно будет. То есть в сентябре уже можно будет брать 9-й левел. Эмили еще раньше. Я за щекан в ангаре, само собой. Задонатил, так сказать.